очень компонентный. Невероятная игра, просто фантастика. Бывает победа сборной Казахстана. Мои друзья, это всего лишь первый день соревнования. Пару слов. Пару слов. Саша, он на работе. Восстановились? Да. Легко только это. Они, я не знаю пока. Уже сейчас старт? Да. Все, мы идем, да. Давайте, удачи. Спасибо большое. Отец. Отец героя. Одного из героев, ладно, сегодняшнего дня. Тренер. Тренер, отец. Все вместе. All inclusive. Геннадий Герасименко. Ваше впечатление от матча? Сейчас уже идет второй матч с Пакистаном, уже такой. Уже спокойный. Более спокойный, отходящий, символический, восстановительный. Все вместе. Практически, когда же рыбёвка прошла Северной Кореи, это же закрытая страна, и ребята работают, не покладая рук, даже на разминке видно было, как физическая форма очень сильно сыграла. Но перекрутить таких ребят очень тяжело, поэтому нужно очень много хитрости знать. То, что, в принципе, все фишки, которые в Европе, они прошли у Кирилла. Даже взять Маригарта, насколько он, как он фишками сыграл на Олимпиаде. Первые же ракетки мира выиграл. Поэтому, именно нестандартность вы имеете, да, вот такие. Нестандартность здесь и заключается в столах, даже пластик, шарик и другой. Но видел, Кирилл сразу понимал, что будет мяч вылетать, да, он сразу, да, пошел на заход, да. С первой, уже, первой подачи уже начинал. Да. То есть вот тоже вот это вот сразу проанализировалось. Это мало того, что корейцы хорошо заходят, из захода играют. Нужно было придумать, как бы, чтобы они не брали эту энергию захода. Через центральную линию больше сыграл Кирилл, то правильно сделал. Чтобы не было у них больше вот этого мощи, мощи от захода, да, именно, да, ногами, там вот этого, да, всего, да? Очень грамотно. И вот эти рваная игра. Скидки, которая, укороченные, вот эти вот как бы. Подкрутка под сетку, подкрутка на край стола. Это все было использовано очень чувствительно, очень хорошо, очень хорошо. И, конечно, работа до конца, потому что 9-11 было, 9-9 счет и 9-11 вырвать. Нужно было эту партию, и нужно было 3-0 именно сделать с другим. Да, потому что там все перевернуться очень быстро может, да, получается. Да, да, мгновение. Мгновение. И, конечно, Алан. Я ждал, когда, конечно, Алану повезет, он везучий человек. Поэтому, хотя и 4-5 теперь там повесил севернокореец, но после перехода я надеялся, вот-вот где-то должно быть, где-то, да, должно быть. Вернется. И оно раз вернулось, и два вернулось уже в конце. Я надеялся, даже когда 8-10 Алан проигрывал, и ждал этого везения, когда оно наступит, потому что он действительно везучий в настольном теннисе. Мало того, что сил, энергии, там, хорошо играть, еще везение. Конечно. Везение. В настольном теннисе очень видно везучих людей, везучих игроков, очень, очень сильно они отличаются. Ну еще именно характер, то есть вот тоже, опять же, вот характера хватило, то есть вообще не дрогнул, везде коротко там оставил, здесь длинно зарезал, там подставил, то есть вот довел до сопли вот этой, то есть до сопли еще надо дойти, как бы, да, то есть как бы тоже. Хорошо входил в переигровку, конечно, иногда хотел сильно переиграть, соответственно, шарик, когда сильно хочешь переиграть. Здесь нужно было на стол сыграть уверенно, вот, а усилить на усиленный шар. Оно идет за крепощение, и то в ребро, то это... Ну что, да, плюс такой, когда мандраж, стресс, усталость, вот это все вместе накладывается. В конце надежно сыграл. Да-да-да, вообще нигде не дрогнул, то есть вот прям исполнил. А вообще, вот насколько была проблема, то что, по сути, не тяжело подготовиться к играм северокорейцев, потому что нет записей там вот этого всего. То есть выходишь просто и как бы вот импровизируешь сразу же с первого мяча, да, получается. То есть вот тоже дополнительная такая сложность. Смотрели игры, конечно, по Олимпиаде, но там... Там только смешанные, там особо ничего не скажешь. Которая играла там пятое место за
принципе, как, а так неизвестность. Ну да. Неизвестность, плюс, конечно, закрытая страна, и они, у них хорошая история, хорошие игры, и, хорошая история. А по вашей информации, они закрыто тренируются или они куда-то в Китай выезжают, там куда-то я еще? Думаю, да, у них там Китай. Сейчас более-менее. Я просто вспоминаю, когда играли на чемпионат мира в Токио с Южной Кореей в смешанном разряде, когда они выиграли смешанную пару Южной Кореи. Они со старыми сумками зашли в автобус, да, которые вообще такие уже, как будто с базара. И купили этот баттерфляйский чемодан на колесиках небольшой. И прям как хранилище золотое, внесли его в пакетики, он даже не распаковывал. Его прям в автобусе положил. Но это еще одна история. А другая история, что когда они прилетели в Южную Корею, 20-километровая живая стена стояла, встречали как героев, потому что они Южную Корею обыграли. Но очень интересно. Начинаются игры, очень интересно. Да, то есть, получается, сейчас вот доигрывают с Пакистаном, и завтра уже будет четвертьфинал. Да. С кем это будет дополнительная еще, да, дополнительная везучесть? Да, 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 да. Очень интересно. Там ждут Япония, Китай, Корея, Индия. Там, по-моему, уже просто там уже соединили, получается, по-моему, соединили Японию, Корею, по-моему, соединили мужчин. Там какие-то две пары, по-моему, уже соединены, а две ждут. Как-то так это устроено. Или... Да, ну, вперед не захожу. Непонятно, вот в моменте, да, там уже сейчас доиграют, уже будет от этого отталкиваться. Да, да, ну все, Геннадий Герасименко, спасибо за разговор. Спасибо. Поздравляю, едем дальше. Спасибо. Едем дальше. Вот она команда. Здравствуйте, господа. Эксклюзивные кадры могу взять? Да. Все, как оно? Отличное настроение. Все, мы работаем. А все, мы уже работаем. Так, массажик оформили. Сборная Казахстана. После первого Кирилла. Пока что я общий ракурс беру. Большой. На 0,5 зума. Да. Спасибо, кто нас поддерживал. Да, поддержка была тоже. Постепенно, специально держали долго, потому что вот приходил народ, приходил. То есть тоже довольно-таки рано начался матч, получается. Да, и уже вот как раз... Спасибо нашим докторам, массажистам, которые сделали нас свежими сейчас на завтра. Будем бороться дальше. Спасибо. Да, ну вообще, да, то есть, по сути, за всем результатом всегда стоит большая организация, то есть это и врачи, и тренеры, и менеджеры, и так далее. То есть это как бы всегда заслуга. Играют игроки, но выигрывает, как бы, по сути, там вся, ну, грубо говоря, страна, там, либо вся федерация, там, либо такое. Это вот. Общая победа. Да, общая победа. Будем дальше стремиться сделать общие победы. Да. Завтра вообще какие есть понимание, там, на кого можете выходить? Кто по жеребьевке? Хорошие жеребьевки. Да. Не, а какие варианты вообще? Там кого-то же рассеяли уже, по-моему, Япония, скорее, мы что-то скорее такое. Будем первого выпускать. Мы стыковочно играем. Мы стыковочно играем в основную сетку. Мы ждем Гонконг. Саудовская Аравия. Гонконг, Саудовская Аравия. Таиланд, Сингапур. Малайзия, да? Сингапур, Сингапур. Малайзия. Филиппины. Филиппины. Давайте небольшой отмотка назад. Вчера, когда узнали, что в Северной Корее, какие были эмоции, мысли первые. Это не Южная Корея. Я всем ребятам сказал, говорю, это не Южная Корея. Говорю, мы можем выигрывать, но можем бороться, будем. Каждый сам в себя, поэтому мы верили за друг за другом. Все было по плану, верили и работали. Вообще вот первый матч получился у тебя в итоге сложнее, хотя вроде бы со вторым номером, но в итоге получился он более сложный. То есть это было связано с большим каким-то давлением на старте или просто более неудобный получился соперник? Более неудобный соперник. То есть просто было тяжело. А второй уже как-то почувствовал, что отпустил немного и просто нашел какие-то вот ходы, которые были неудобны тому и уже там... Тоже, я думаю, больше, да, я и разыгрался уже к этому времени и нашел более подходящую игру
И я смотрел уже, как он играет против Алана. Uh-huh. Я сделал свой анализ uh-huh. для себя. Поэтому я думаю, больше я выиграл где-то тактически, чем А вот по ходу, хорошо, Алан, твоя встреча, то есть вот как выходилось? Ну, вообще, короче, чуть-чуть пару слов про первый матч, да, и вот, по сути, тоже там была хорошая борьба, 3-2, то есть уже как бы там тоже почувствовал какой-то все-таки кураж. И вот дальше как-то все переходило, вот тоже там поэтапно, потому что на несколько, скажем так, частей как будто бы этот матч раскладывался, который длился как будто бы отдельные, как будто бы... отдельная встреча. Отдельный эпизод сериала, да. Про второй матч, да, сейчас? Да. Про второй матч сказать? Да. Ну, может, пару слов про первый, то есть как он тебя подвел ко второму, грубо так, можно сказать. Первый? Как подвел ко второму? Больше Кирилла. Ну, сильно ты расстроился после первого матча, что ты подумал? Не, я знал, что сейчас Кирилл, ну, как всегда, два закинет, и мне нужно будет настраиваться на следующий матч. Я просто видел, как он первый 20-й его, как бы, ну... Раскатался? Да, без особых усилий выиграл. И на третьем сете я уже начал готовиться. Вышел первый сет, вот, про свой первый матч, последний сет вышел, что-то... Там я начал, здесь он продолжил, что-то весь такой вялый как-то. Прям тяжело, после каждого очка задыхаюсь как-то. Дыхание сбивается очень сильно. Не так больше, 2-2 подошли, там уже такая лотерея пошла. Ага, чуть-чуть с задеваниями. Слушай, сетка не до начала, ты сказал после этого судья, что надо чуть-чуть как-то. Мне кажется, она не как-то слишком. Ну, слишком, слишком много, да. То есть мы дать 3-3, каждый соплю повесил. То есть я 3 сопли, и он 3 сопли. И он повесил, потом на следующее очко я вешаю сразу. И такие сопли еще, которые, ну, толком не берутся даже. Ну, вообще, в целом, вот это вот давление, потому что, по сути, у вас часто до этого была тоже это на чемпионате мира такая схема, что вот Кирилл дает 2 очка, и потом вот это вот дай третье, вот это вот все время, и ты понимаешь, что давление на тебя ложится, там потом критика, все дела. То есть, вообще, как это вот влияло? Там, как ты подстраивался, работал ты над этим вообще с психологом, там, не знаю, либо сам как-то вот, чтобы... То есть, это вот просто... Нашел просто в конце силы, чтобы это все переломить, эту не очень хорошую традицию. Ни с кем не работал, ну и Кирилл нас не ругает толком за это. Кирилл добрый человек. Кирилл умеет поддержать, да. Так что он больше как психолог, как игрок, как заводила команды, капитан. Все в одном. Да, ну, блин, такие мысли начали возникать, когда я не докрутил. 2-2-9-8. 2-2-8-8, я не докрутил, стал счет 8-8, 9-8. И такие мысли начали закрывать. Ну как так, опять не дома уже. И уже все сделал, уже все проработал. Сейчас проиграть. Сейчас проиграем. Да, чуть-чуть даже у меня даже тоже там было. Может влево ему подать вот эту прямую. Он хорошо ее принял, я так уже. С таким вот так пошло на этот мяч уже полностью. Без дыхания это на фоне волнения или перетренированности это с чем связано? Мне кажется, на фоне волнения это, потому что блин, организм, как сказать, тело не могу подать нормально, знаешь. Хочу встать на подачу, не могу, тело не идет вообще на подачу. То что-то не то вот здесь, что-то непонятно. Когда стало 10-10, я как подал, он коротко, я ему быстро коротко и там сетку заделал. Он застол уже этот мяч. Да. Все, спасибо. Я побежал. Последнее очко вы все видели уже. Ну хорошо, давай, Кирилла, мы благодарим большое за сегодняшний перформанс. Ты домой? Да, я домой заскочу, потом вот так. Вещи стирать не будешь? Все, давайте. Сейчас нет. Надо сейчас. Все, спасибо за сегодня. Йо. Так, что-то у меня там не работает. Возвращаемся. Возвращаемся к тому самому. Это типа прямой эфир у тебя нет? Нет, что совсем что. Такие вещи без монтажа не обходятся. Получается, МОЗ не докрутил, думал, что опять эта хрень, за что и так далее. И потом, как ты от этого отошел, то есть как вот эти мысли отогнал? Да никак уже. Ну, я думаю, будешь нервничать после игры, наверное. Будешь там материться, нервничать, там кидать, ломать что-то, ракетки, будешь уже после игры. Сейчас дай просто на максимум, держи этот фокус на игре. И просто сделал все возможное, потому что
Честно, уже надоело то, что Кирилл 2 поставил. Да, честно. Ну, конечно, то есть это вот это надо вот разочек переломить, чтобы почувствовать вообще. Либо мы слабы, либо Кирилл очень сильный. Ну, то, что Кирилл очень сильно, это точно? Да. О, а там уже у вас как получается. В этот момент мы об этом и думали как раз-таки, когда он вот не забил 8-8-2-2, мы такой, ну как так? Я опять, тоже об этом, да. 8, еще 8-6 до этого получается, 8-6 да, повел. Да. И мы вот думаем, ну не может быть, если даже сейчас будем проигрывать, я что-то вот момент какой-то это были чистые качели на 5-3, он вел на переходе, потом что у меня 8-6, потом он 10-8, 10-10, вот так. Ну и в конце тоже нормально все исполнил, перекрутил. Да. То есть, по сути, да, все смог отогнать, да. И все, и дожал. И вот потом вообще в каждого, эмоции каждого, то есть вообще как это было, что потом подходили, говорили. То есть там, наверное, там же были, по сути-то, все, как бы, по-моему, высшие люди и так далее. С ними еще не удалось встретиться. А, еще не проходили. Чуть посидели на открытии, там минут 20, потом быстро покушали в лаунже, потом и пошли опять играть. Да, по сути, сразу игра подавала. Через минут 40-50, да, уже ракетки сдавали на следующий матч. Ну ладно, пацаны, вы это преодолели, эту черную полосу 2-3. И это было реально, вот, спасибо вам за эти эмоции, потому что я кайфанул. Вот как на играх Брикс я был, вот когда Россия тоже там с Китаем закомбэчил. Молодец. Сегодня я что-то подобное испытал. Спасибо. Потом, спасибо, да, так что все. Спасибо. Буду это все. Все, дальше. Спасибо. Едем дальше. В Астане. Едем дальше. Все. Едем дальше, да.